Вопросы школьного питания вызывают повышенный интерес у родителей учеников. Кроме того, они регулярно обсуждаются и контролируются на различных уровнях во властных структурах. Потому подход к их решению самый серьезный. На примере школы номер 8 мы убедились, что соблюсти все нормы по питанию детей совсем непросто, но выполнимо. О некоторых нюансах данной работы рассказывает директор учебного заведения Валентина Алексеевна Подлесная. В школе разработан пакет нормативных документов, и основным документом является программа здоровья. Вот в этой программе здоровья есть основной раздел, который так и называется – организация питания школьников. Кроме этого, это положение об организации питания обучающихся в образовательном учреждении номер 8, положение о брокеражной комиссии в школе номер 8. Также издаются приказы. Приказы издаются на начало учебного года об организации школьного питания, у которых определяется или назначается ответственный за организацию питания, определяется состав брокеражной комиссии и обязанности классных руководителей. За правильным питанием школьников внимательно следят и преподаватели, и родители, и медперсонал, и управляющий совет. Так что попадание на стол некачественных или неправильно приготовленных продуктов практически исключено. Десятидневное школьное меню согласовывается с Роспотребнадзором. В рацион для учеников школы номер 8 постоянно включаются мясо, рыба, гарниры, молочная продукция, соки. Кроме того, проводится анкетирование детей, где они высказывают свои пожелания касательно питания. С 1 февраля 2015 года стоимость завтраков составлять в нашем образовательном учреждении стала 25 рублей, а стоимость обедов 35 рублей. В соответствии с постановлением администрации Острогожского муниципального района от 15 декабря 2014 года за номером 1400 о мерах по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Острогожского муниципального района в 2015 году для организации питания учащихся, всех учащихся, подчеркну, первых, четвертых классов, учащихся пятых, одиннадцатых классов из числа многодетных и малообеспеченных, предусмотрена бюджетом Острогожского муниципального района частичная компенсация стоимости питания учащихся из расчета 15 рублей в день на одного учащегося. А для учащихся или для организации обедов учащимся, которые посещают у нас группу продленного дня, также предусмотрена компенсация из бюджета муниципального Острогожского района в размере 15 рублей в день на одного учащихся. И вот таких детей, которым положена частичная компенсация на питание в нашем образовательном учреждении, 259 на сегодняшний день. Из них учащиеся начального звена обучения 178 человек, дети из малообеспеченных семей 63 человека, дети из многодетных семей это 18 человек. Если посмотреть, то доплата родителей составляет в день 5 рублей. Всего в школе на сегодняшний день обучается 468 человек, поэтому остальные дети питаются у нас за счет родительских средств. И это еще 169 человек. Вот на сегодняшний день у нас питается 91% обучающихся. Несмотря на отмеченный в последнее время значительный рост цен на продукты питания и, соответственно, подорожание стоимости завтраков и обедов, благодаря слаженной работе администрации школы номер 8 и родителей учеников, количество посещающих столовую детей только увеличилось. Если в сентябре их количество было 154 человека, то на сегодняшний день у нас дети, которые питаются только за родительскую плату, 169 человек. Оплата производится родителями по квитанциям, и мы уже в течение, наверное, 5 лет производим такую оплату по квитанциям только через банковскую систему. Сами дети, с которыми мы пообщались в столовой, разумеется, не знают ни о каких нормативах и законодательных актах касательно их завтраков и обедов, но питанием, судя по всему, довольны. Мне очень нравится, как у нас в школьной столовой кормят. По-домашнему, очень вкусно. Я люблю тушеную капусту с котлетой, очень вкусно. Чай нам постоянно дают, какао, очень разнообразно. Я хожу в столовую два раза в день. Первый раз на завтрак, а второй раз на обед в группе продленного дня. Нам дают макароны с мясом,
котлету с капустой. Очень нравится питание. Кормят, какао дают, капусту, салаты какие-нибудь, булочки пекут. Очень вкусную запеканку, различные каши. В завершение добавим, что в школе номер 8, равно как и в остальных, 3 раза в неделю учащимся 1-9 классов выдается пакетированное молоко по соответствующей областной программе.